Привет, хочешь подработать? Мальстрёмовцы угнали у Малориона фургон. Он и держит его у себя в убежище. Я тебе кинула адрес, езжай туда и забери из фургона щепку. Короче, укради краденое. Хочешь подробности, посмотри письмо.
чмо, что там такое? Континента. Хотя это привело к некоторому ухудшению экологической ситуации, жители Южного полюса по-прежнему наслаждаются жизнью. Недавно в Антарктиде открылся первый кукольный дом. Но, возможно, больше всего местные жители и... Антарктиды ценят очень низкий уровень преступности. В год на континенте... Чёрта!
Он мертвый. О? Ты не психуй! Тащи его ко мне! Спасибо за чип. Я найду, куда его пристроить. Заказ закрыт.
этой шельмы что-то не то с головой. Видимо, киберпсихоз. Мой клиент в опасности, его надо как-то вытащить. Буду очень благодарна, если ты поможешь. Подробности я приложила. Я тебя нюхом чую! Я знаю, что ты здесь! Этого не хватало. Хэл, ты живой? Не ори ты. Это психопат. Ты ее уже того?
Конечно. Можешь выходить. Ну, наконец-то. Я вот думал, задохнулся. Ты спешишь куда-то? Вот иногда утром просыпаешься и понимаешь, день будет херовый. Нихуя не получится из того, чего хотел. Как сегодня, в общем. Надо было остаться в кровати. А чего у нее башню-то сорвало? А с чего бывает киберпсихоз? Хер его знает, и мало кому охота выяснять. Ну, я свое дело сделал. До следующего раза. Я уж надеюсь, следующего не будет. Неплохо, неплохо. Хэл в полном восторге только о тебе и говорит. Ты его прямо покорил. Такие дела незамеченными не проходят. Ви, заказ закрываю. Ты кто? Не врач? Случаем? Меня прислала Реджина. Ясное дело. Держит руку на пульсе. По поводу девчонки. Она погибла. Я знаю. Мы же в одной сети. У тебя не было выхода. Не бери в голову. Что тут произошло-то? Хэл должен был взломать для нас один вирт. Сказал, что вроде получилось. А потом вот началось. Когда Энни его загрузила... Боже, как она выла! Видимо, мозги перегорели и... Остальное ты и так знаешь. По поводу девчонки. Она погибла. Я знаю. Мы же в одной сети. У тебя не было выхода. Не бери в голову. You are receiving us at 103.5. Тех идет по следу одного из моих людей. Он тяжело ранен и сейчас прячется в квартире в Кабуке. Я бы сама его вытащила,
но корпорация оцепила весь район. Помоги ему, хорошо? Все подробности я приложила. Этот город дрожит от жара. Попробуй еще раз! Слышишь меня? Корпораты никого не пропускают! Сколько раз мне повторять? А как же мои дети? Они не остались бы там одни, если бы их мамаша не шлялась неизвестно где. Я имею право на свою жизнь! Могут у меня быть... Да что же у тебя за дела? На очередном хую поскакать, пока я тут въебываю? Ну да, тут ты сегодня уже набрался, работничек. Слыхал? Туни-то в лепеху размазала. Пиздишь. Привет. Че надо-то, блядь? Знаешь, как обойти громил Мелитеха? Может, знаю, а может, нет. За сотню скажу, шеф. А ты не попутал, пиздюк? Своих не узнаешь? У вас тут мелитеховские под боком, а ты с меня бабки трясешь. Ну-ну, не психуй, братишка, как бы мы узнали, что ты из наших? Ты только скажи, мы за тебя впишемся. Ну так что, как мне попасть внутрь? Ладно, расслабься ты. Короче, там за углом есть торговый автомат. Шпана с него на трубы забирается. Оттуда на пожарную лестницу запрыгнуть, как два пальца об асфальт. Только не убейся. Ноги себе не переломай. Отказывается. Запрашиваю открытие двери для начала штурма. Принято. Ожидаю. Милитех! Все на землю! Не убивайте!
Он на меня напал! Сейчас разберусь. Разрулили как надо. Хотел с кочевниками пройти, а оно не вышло. Ага. Вроде умный, а дурак. Мёртвый Форс — это Аскрекс! Они сорвали Токио, Сидней и Париж. И теперь направляются к вам. Трепещи, Найт Си! Скоро.
Ну-ка. Нет. Решение есть. Попробуйте все 16 новых вкусов романтикоры и... Не мути воду. Разжигай огонь. Нет, ты без вакансии. Мистер Гарчик, всю ночь, каждую ночь, твердое тело. Конечно. Для твердого тела. Если готов меня прикрыть, я... Ну, заебись. Пыхнуть дай в сумке. Понял. Настоящего мяса с кровью. Бойня, пробуди свои инстинкты. Быстрее, быстрее. Твою мать! Ну как, стало легче? О-хо-хо. Ух, бля! Вот так-то лучше, спасибо. Ты мелкий, Майк. Он самый. Обмен любезностями окончен. Синтетическое мясо для натуральной энергии. Попробуй. Надо отсюда валить. И побыстрее. Думаешь? Я знаю, как выбраться, но с корпоратами разбираться будешь ты. Понятное дело. Затем и пришел. Ну чё, погнали? Ты как? Нет времени, давай в темпе. Так, погоди. Ага, вот Реджи написала. Говорит, увезет нас отсюда, тачка снаружи стоит. Опять усталость? Тихо, снаружи. Слушай, там двери слева, они ведут в китайский кабак. Я почти уверен, что смогу их открыть. А там уже два шага, и вот он, воздух свободы. В смысле ты почти уверен? Откроешь или нет? Мне надо знать точно. Почти, это значит не на все 100. Но близко к 100, типа на 8. Пошли, на месте разберемся. Окей. Мне это не нравится. А? Ah!
Быстро! Дверь! Фух, Джан так и не удалила меня из системы. Сюда. Ладно. Сам дальше справишься? Теперь-то ты еще спрашиваешь. Впервые вижу, чтобы у Мелитеха так подгорело. Что-то важное ты у них спер. Просто они не любят, когда их тыкают мордой в их же проебы. Ты не ответил на мой вопрос. Чем меньше народ будет знать, что я спер, тем больше я слуплю. Ты же наемник, знаешь, как дела делаются. Ты говорил про какую-то Джан. Кто она такая? Джан? Перед тем, как залечь на дно, я помог ей открыть этот кабак. Не то, чтобы я мечтал всю жизнь спринг-роллы крутить. Почему она не удалила твои данные? Небось, хранила на черный день. Вдруг муженек куда отлучится. Ладно, ясно все с тобой. Мне пора. Эй, алло, чуть не забыл. Ты мне шкуру спас, а я так и не спросил, как тебя зовут. Ви. Ви? Просто Ви? Ну и такое бывает. Ладно, увидимся, Ви. Пока, мелкий Майк. Мне только что написал мелкий М. Спасибо за помощь. Приятно иметь дело с профессионалом. Заказ выполнен. СССР. Он уже несколько недель занят тут каким-то крупным проектом. Ты поможешь мне выяснить, каким именно. Нужно украсть чип, на котором он хранит информацию. Подробности об этом товарище я приложила. Да, я помню. Я поспрашивал, пока нет для тебя работы. Конечно, я спрашивал. А мне откуда знать? Да, все знают, как тебе херово.
Слушай, мне работать надо. Да. Ладно, наберу тебе еще. Давай, до скорого. У меня клиент. Надо идти. Простите, сэр. Как-то у вас тут пусто. Ну, сэр, а Кабуки теперь не самый оживленный район. Что, опасно стало? Нет, просто туго приходится, денег нет. О, интересно. Какого черта? У меня пакет для господина Михаила Акулова. На какой мне этаж? Простите, сэр, я не вправе разглашать информацию о постояльцах. У меня свежий товар для господина Акулова. Самый лучший. Если можно, побыстрее. У меня еще полно адресов на сегодня. Так бы сразу и сказал. Сейчас я ему позвоню. К чему такая спешка? Я хочу устроить ему сюрприз. Подарок от благодарного клиента. Ну, не мне тебя учить. За так я и пальцем не пошевелю. Держи. Ну так что, где он? Он в пентхаусе. Есть лифт прямо в номер, но у тебя нет доступа. Поднимайся на обычном лифте, потом по лестнице. Постучи. Номер 1003. Только давай без шуток, а то выкину тебя нахер и больше сюда не пущу. Я вот думаю, что сила в правде. У кого в руках правда, тот и сильней. Ты обманул кого-то, денег нажил. Чё ты сильнее стал? Слышь, задолбал проповедями. Не стал. Вот бред. Ты обманул, правда тебя ушла. И сделала обман. Thank you.
опасностью. Может, бросимся и просто останемся. Он принимает всех потерянных, отвергнутых, отчаявшихся, заманивает, втирается в доверие и обирает их до нитки. Что ты несешь? Мы еще даже не закончили с переговорами. Как скажешь, милая. Пошутил и пусть.
Чип у меня. Отлично. Отправляю координаты места встречи. Там тебя будет ждать клиент. Почему я себя чувствую агентом корпоратов? В чем замут? Потому что наши клиенты – китайцы. Китайцы? Ты вроде не любила совать башку акуле в пасть. У всех бывают долги. Ты знай, делай свое дело. И что за долг? Старая история. Покопалась в грязном белье и понадобилась помощь. Какая помощь? Слушай, я сую нос в твои дела. Лезу без мыла в твое прошлое. Нет, не лезешь. Да расслабься, это я так. Просто тебе же все равно насрать, а я не хочу вспоминать лишний раз. Так что проехали. Ну, идешь навстречу или как? Я в пути. Ви, подожди. Ну? На месте не задавай вопросов. Их это бесит. Я постараюсь. We'll be right back.
等等啊， 尹尹佛。 有了， 陸軍中校。 數據呢？ 俄式套層加密， 要拿回去才可以解碼。 明白了， 你可以走了。 Выполнить такой заказ без осечек, да еще и по-тихому? Это впечатляет. Заказ закрыт. Спасибо. Подайте мелочи ветерану. Нарати Капур передознулся блестяшками. Может, слышал? Новая мощная наркота только что появилась на улицах. Арати просит сравнять с землей лабораторию, где делают это говно. Прочитай мое письмо, там подробности. И про Арати, и про ситуацию в целом. Устойчивости. Круче просто некуда. А чё только с пенатом? На руку денег не хватит. Это что за... Мне эти задухи, брат, хочу сохранить.
Thank you.
Thank you.